2015 год стал очень удачным для проекта Iron Star и для всех команды. Во многом это состоялось благодаря нашим участникам, которые поверили, которые приехали, приняли участие в соревнованиях и, собственно, поддержали то начинание, которое зарождается в России. Это всплеск любительского спорта практически во всех дисциплинах – плавание, велогонка, бег, ну и, безусловно, триатлон. В этом году нам удалось провести огромное количество мероприятий, и самым главным из них стали, в первую очередь, это финал Кубка Европы Iron Star и первый полужелезный триатлон в формате 113, который прошли на площадке города Сочи. Я хочу воспользоваться этой возможностью и сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал нас, наши партнеры, организаторы, наши волонтеры, люди, которые были сопричастны к тому, чтобы старты состоялись. И я хочу пожелать всем, кто выберет Iron Star на 2016 год, удачи, процветания, постановки новых целей и возможности их добиться, не уезжая, собственно, далеко. В нашей стране научились делать хорошие и качественные мероприятия. Мы вас всех приглашаем.